Ты фанат Майнкрафта и любишь открывать кейсы? Тогда добро пожаловать на Pixel Drop. Тут ты найдешь самые дешевые кейсы всего за 12 рублей. Здесь самая простая в мире авторизация, ну естественно через ВК. Также тут очень просто пополнять и выводить средства. Также у меня есть собственный промокод, при активации которого вы получите бонусный кейс. Ссылка, если что, будет в описании, заходи и выигрывай. Эй, йоу, всем здорово, с вами тот самый опаснейший Феликс. Добро пожаловать на наше приключение по проекту Просторы Феликса в городе Саптаун. Я так почитал комментарии и понял, что вы поняли, то, что это у нас будет распределяться по сериям. Давайте наберем ни много ни мало 1000 лайков, и тут же выходит новый ролик. Ну и если у вас есть какой-то вопрос по тому, как попасть на сервер, все ссылки в описании, а мы погнали. Бар. Вот, тут, знаешь, тёлки такие, ну, просто, сейчас охереешь просто. Трептизёршу высывали, да? О, это тёлки местные такие. Как тебе? Ну, городские отличаются, конечно. Ну, нормально же все равно тоже. Кто создатель заведения этого? Скажите мне. Хватит бегать по столам, дебил. Повар, убейте его, повар, разберитесь с ним. Я не понял. Я сейчас начну стрелять. Я стрельну, что у тебя ниже пояса. Скоро, ребята, тут повара ранили, блин. Ля, о нет, а кто же нам теперь будет готовить? Да что ты на него сел? Ты кто это сделал? Кто это выстрелил? Признавайтесь. Блин, интересно, кто же стрелял? Непонятно вообще. Ладно, повар, вставай, тебе я вижу уже лучше, что ты притворяешься. Надо их разбудить. Нормально, нормально, просыпайтесь. О, рыба! Помогите ей. Где рыба? Ой, инфаркт у деда. Ребята, что делать? Задолбались со своими инфарктами. Да дайте ему по лбу, блин. На. Райдангир, короче, давайте выберем место. О, смотри, тёлочка. Опа. Да слушай, красивая, конечно. А как к ней подкатить? В смысле, как? Я думал, ты альфа-самец. Так, у меня есть железо. Как думаешь, нужно железо? Ну, давай, попробуй, как ты умеешь. Прилизаться. Все. Здравствуйте. Я Надя из компании Reflame. В Дискорде, почему не в Дискорде, Далепа? Почему не в Дискорде? Заходите в Дискорд к нам, пожалуйста. Мы с вами поговорим и хорошо проведем время. Я тут. Здравствуйте. Меня интересует ваш. Шо? Это пацан! Я да шо? Серьезно, школьников вообще не отличить от школьниц. Я серьезно. О, здравствуйте. Порошок? Давно вы здесь бухаете, интересно. Да тихо, Феликс, да тихо, не привлекай внимания. Не хотите порошочка? Давайте, попробуйте. Тихо, легавый, легавый. Ребята, я к повару. Феликс, встретимся снаружи. Ты дебил! Ну все, это ты, короче, не стесняйся, заказывай, что хочешь. Официант! Официант! А, вот оно меню. А, вот меню, давайте закажем, точно. Все, тут типа самообслуживание, я понял. Скинь мне, а что там есть, давай, говори тогда, ладно. Так, короче, я буду жареную свинину. Так. Я буду хлеб. Да какой хлеб? У меня дофига досок, заказывай что хочешь. А я буду, знаешь, что я буду? Я в лесу живу, мне вообще плохо. А, я буду тушеного кролика. Я буду тушеного кролика. Надеюсь, тебе это позволяет, реально. Да я вообще в лесу живу, все. О, официант пришел. Или ты ни хрена не официант, он твою тёлку пытается отжать. Чё? Смотри, смокинги, типа крутой, красивый, что ли? Слышь ты. Это официант или кто? Или просто... Здравствуйте, желать. Какого хера вы здесь ходите? Ты же ни хера официант, иди сядь куда-нибудь, деда. Так, давайте, ребята. У тебя маразм старческий какой-то. Так, официант, короче, мы будем жареную свинину, хлеб и тушеного кролика. Счет потом, счет Редингиру, если что, принесете, ладно? Ну ладно, короче, так, пока готовится еда, давайте поговорим. На повестке дня у нас, не знаю, что. У меня лично вот в доме трубу прорвало. Я не знаю, как я ее буду делать. Нормально, где будешь с тобой с девушкой? Я не могу уже второй месяц сделать себе туалет, ты понимаешь? Спроси, как зовут, дебил. Ну познакомься нормально. Как вас зовут? Хорошо, мам. Это кто там? Это я, извиняюсь. Все, выключай микрофон, все, меня нет. Кого зовут-то? К тебе мангел обращаются. Че за фигня? Кто ливанул? С кем я разговаривал? О, принесли нам. О! Так, а подождите, а где жареная крольчатина моя? Это моя жареная, а ей хлеб по официанту, вы все перепутали. Официант, что вы сделали? Да все тихо, на халяву пожрем, ты че? В смысле, ты платить не собираешься, что ли? Ты в курсах, сколько стоит тушеный кролик? Так, он не был вписан в наш заказ, он в конце был. Что, серьезно? Кто из вас? У тебя, я надеюсь, есть 7 алмазов? Какой алмазы? Я за доски все покупал, какие алмазы? Нет, я заказал тушеного кролика, ты сказал за свой счет. Подожди, а где он? Тушеный кролик. Ты чё? Ребят, у нас проблемы. О, официант, здравствуйте. Слушайте, это... Торт предлагает. Может, торт купим? Да. А давайте торт. Ребята, предлагаю сваливать. Тихо. Вы долбоёбы, блядь, что ли?
Лярденгир, а? Да я не виноват, да не виноват я, что ж вы делаете? Кидайте в него помидорами, кидайте в него помидорами, он в ресторане виноваты. Не заплатил. Он хотел меня напоить, начал ко мне подкатывать, мне, кстати, нет, 18.